Здравствуйте, вас приветствует компания Kiwe. Меня зовут Петр. Фирма Kiwe производит профессиональное оборудование для баров, ресторанов, уличной торговли и фастфуда. И уже более 18 лет находится на украинском рынке и также известна за рубежом. Сегодня я хочу представить вам электрическую тесто-раскатку производства фирмы Kiwe. Это очень удобное и простое в использовании устройство, которое позволит вам быстро и без особых усилий раскатать тесто. Тесто-раскатка состоит из корпуса, вращающихся валов, изготовленной из толстостенной нержавеющей стали, которая легко регулируется одной ручкой, защитного ограждения с автоматическим отключением при поднятии и мукопросеиватель, который также при необходимости включается и отключается одной рукояткой. Тесто-раскатка Kiwe особенна тем, что на нее дополнительно можно установить такое устройство, как мукопросеиватель. Он удобен тем, что вам не нужно каждый раз посыпать мукой валики для раскатки и теста. Это происходит автоматически и защищает от прилипания теста к рабочим частям тесто-раскатки. При работе с электрооборудованием помните о технике безопасности. Используйте электровилку и розетку только с заземлением. И во время работы ваши руки должны быть сухими. А теперь немного поподробнее. Возьмем заранее приготовленное тесто и отделим небольшую часть. Выкатаем его в муке, чтобы не липло к рукам. Сделаем из него шарик и в него приплюснем для того, чтобы подлезло под защитную решетку. Потом притрусим мукой рабочую поверхность и валы. Или включим мукопросеиватель. Мукорассеивателем очень просто пользоваться. Достаточно насыпать в корзинку муку. И повернуть ручку. Желательно сразу не ставить на тонкое тесто. Лучше пропустить тесто за 2 или 3 раза, каждый раз уменьшая толщину. Тогда ваше тесто будет более равномерно прокатываться, и это продлит срок службы вашей тесто-раскатки. Пропихивать тесто руками или какими-либо предметами категорически запрещается. Это может привести к травме или выходу из строя тесто-раскатки. Включаем тесто-раскатку. В целях безопасности конструктора фирмы Kiwe также установили защитный кожух, который автоматически при его поднятии отключает вращение волков. Поставьте необходимую толщину для теста при помощи рукоятки. Включите мукопросеиватель. Чтобы мука лучше просеивалась, используйте только сухую муку. Можно подавать тесто. Работа на тесто-раскатке не требует специальных навыков. Теперь поставьте рукоятку на более тонкое тесто. Регулировка производится одной рукояткой, что значительно облегчает работу. Верните корж так, чтобы после прокатки он получался круглым. Толщина регулируется от 2 до 33 мм теста. Длина рабочих волков 400 мм. Вот такая вот удобная и простая в использовании электротесто-раскатка с мукопросеивателем.